овны, поберегите десны, зубы и волосы. Займитесь профилактикой. О защите от вредных факторов расскажет передача «Агрессивная среда» на канале «Наука». У львов краткий служебный роман на выходных оставит приятные воспоминания. Стрельцы, вас волнуют старые конфликты. Вещий сон на субботу подскажет выход из тупика. Ваш девиз на выходные – предупрежден, уже вооружен. Тельцы, если вы чувствуете, что быт убивает любовь, запланируйте на уикенд праздник вдвоем. Девы, отвлекитесь от чужих проблем, в субботу уделите внимание младшим, расскажите им сказку, посмотрите вместе мультфильмы на каналах Тижи или Мульт. Козерогам полезно бы обдумать интересные предложения по работе. Взвесив все «за» и «против», займитесь английским с каналом English Club. Близнецов в воскресенье ждет дружеский ужин. На десерт попросите совета у профессионала. Друзья открывают и сам простор для творчества, а к воскресенью звезды обещают явление спонсора. Водолей. В конце недели будьте бдительны в толпе. Не гадайте на любовь по интернету. Прогадайте. Меркурий в Тельце и Венера в Овне советуют ракам на выходных найти время и доброе слово для близких. Во имя любви и мира в доме. Скорпионам незачем притворяться хорошими на выходных. Вы – образец для подражания на каждый день недели. Рыбы, все ждете, когда откроется второе дыхание. Ощутите ветер дальних странствий с каналом Nat Geo Wild. И не забудьте исключить из меню мучное и сладкое. А я и звезды желаем вам удачи.